Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM. На нашем веб-сайте radionvc.com, на нашем YouTube-канале Radio NVC и с помощью бесплатного приложения, если вы пользуетесь айфонами или айпэдами. С вами в студии Анатолий Червец. Здравствуйте. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. И, как всегда, огромное спасибо всем, кто, во-первых, наши слушатели, зрители, и, безусловно, огромное спасибо тем, кто поддерживает и кто по-прежнему присылает небольшие чеки для того, чтобы поддержать радио. Мы до конца так еще и не выкарабкались из этой ситуации. Ну, поскольку в нашем штате и с бизнесом не все в порядке. Тут вот посчитали, какие-то цифры назывались. По-моему, около 4500 бизнесов закрылось, закрыто на сегодняшний день. И есть предположение, что где-то около 2500 бизнесов так никогда и не откроются. То есть вот такая ситуация. Так, столько всякого интересного, любопытного. Так, к ковиду мы вернемся. Вот интересно. Так называемый Lincoln Project. Это бывшие республиканские оперативники. Там вот этот Конвей, там этот Шмидт. Помнишь, который работал на Маккейна, сейчас на MSNBC. Ну и еще там несколько человек. Так вот, Нью-Йорк Пост сообщает о том, что они связаны с Россией. Ну, там, каким-то образом. Я в подробности не вдавался. Но, во всяком случае, молодцы антитрамповцы вместе с Россией, вместе с Китаем, вместе с Демократической партией и прочим леворадикальным отребьем. Молодцы. Молодцы. Дружненько работаете. А еще, Breitbart сообщает о том, что, как его зовут, Мэтью Борджес. Это бывший председатель республиканской партии в Охайо, там, где Джон Кейсик, помнишь? Да, конечно, помню. Арестовали засранца. Ну, так ему и надо. За коррупцию. Да? Там по 60 миллионов нагрели денег. Вот когда ты пропостал, я уж ненавижу это слово, пропостал, ну, как еще сказать, да, когда ты поставил эту статью о том, что Джон Кейсик собирается там выступать за Байдена и так далее. На съезде Демократической партии. Первый мой камин, который я сделал, был: меня интересует, сколько это стоило демократам. Вот сколько стоило купить Джона Кейсика. Оказывается, не так дорого. Потому что его вот этот вот помощник, я больше чем уверен, это помощника взяли за задницу. Кейсика еще не взяли за задницу. Если бы он отказался выступать, его бы тоже взяли за задницу. Прихватили бы. Конечно. Ну, вот, в общем, вот такая позиция у президента Трампа. Такие честнейшие, принципиальнейшие люди. Вообще поразительно, насколько, какое количество людей ненавидят Трампа больше, чем они любят свою собственную страну. Ты понимаешь, тут даже, ведь если вспомнить, кто такой Кейсик? Он для Охайо был просто спаситель. Это правда. Он действительно вытащил Охайо за, как говорится, за бутстрэп, ну, то есть за ботинки, за косичку, как барон Мюнхгаузен. Он их вытащил из банкротства, из нищеты. Там, я как сейчас помню, до выборов я был в Кливленде, стоят закрытые предприятия. Даунтаун Кливленда начинал работать в воскресенье с 2 часов дня. То есть все было закрыто в даунтауне. Кейсик как-то ему удалось и health реформу провести, где люди получили хороший health insurance. Он смог провести финансовую реформу у себя в штате. И из 2
из 200 миллионов минуса, он его привел в 80 миллионов плюс, этот штат. То есть для штата он был классный менеджер, хозяйственник. Вот объясни мне, что с ним стало после выборов? Не знаю. Ну, там, во-первых, не после выборов, там Кейсик, и это уже факт, об этом писали, получал бабки от Сороса еще во время праймерис. держался до последнего, потому что Сорос его финансировал. Ну, то есть, понятно, продал душу дьяволу, что называется. В прямом и переносном смысле. Да. Продал душу дьяволу. К сожалению. Да. Что еще происходит? Вот тут два особо одаренных сенатора, которые представляют наш штат, это Тами Дакворт. Тами это другой. Это из другой оперы. Тами Дакворт. Дакворт и Дик, извините. Не к столу будет сказано Дёрбин. И Дик, извините, Дёрбин. Значит, закон они представили, чтобы заблокировать решение администрации, чтобы, одним словом, давай этот переведу Трамп, на человеческий, да, по-человечески, да. Чтобы Трамп, не администрация Трампа, ну, в частности, Трамп, не имел возможности использовать федеральные какие-то ресурсы, ну, там, федеральное агентство, в борьбе вот с этим быдлом, с этими фашистами, которые пытаются все разрушить. Это не быдло, это фашисты, это нацики настоящие. А тогда объясни мне такую вещь. Вот такой законопроект они предлагают. Но это законопроект, который абсолютно галиматья с точки зрения закона. Почему? Потому что то право, которое дано президенту, забудь про Трампа, которое дано офису президента, оно записано в Конституции. И вот этот Resurrection Act, это прописано все в Конституции. То есть то ерунду, которую они предложили, это бумажка, которой можно просто взять и подтереться, потому что, значит, невозможно поменять их. Если следовать твоей логике, то, следовательно, это такой фотоап. Конечно. Такое шоу, Dog and Pony шоу. Да, да. То есть они полагают, что в нашем штате такое количество дятлов, тупых, для которых это будет иметь какое-то, ну, чисто такое, показать показушное значение. Абсолютно, абсолютно. И что они отреагируют и скажут, вот какие молодцы, ну, они борются с этим рыжим. Ну, ты же понимаешь, молодцы, для чего это сейчас было сделано, в чью поддержку? Это же идет все в поддержку Lightfoot. Потому что, когда она отказывается, тут у нее, как говорится, в бэк-ярде просто... Ну-ка, зарывает людей. Процитируй ее твит, который она в 7 вечера выпустила, и через час там 15 человек расстреляли в похоронном доме. Да, адрес Трампа. Абсолютно. Когда она сказала, что Трамп может, как это высказать так покультурней, что лучше бы он занимался там своими федеральными делами у себя, сидел, молчал в своем бункере и не встревал в дела, значит, такого замечательного штата. И еще. Я ни при каких обстоятельствах не позволю Трампу ввести федеральные войска в наш штат, чтобы они терроризировали да, население, точно, нашего города. То есть, вот когда убивают пачками, это нормально. То есть, это не жители ее города. А вот те, кто убивает, это очевидно, вот поскольку, насколько я понимаю, федеральные войска или там федеральное агентство не для того, чтобы ни в чем не повинных людей там терроризировать, а попытаться осадить вот тех, кто пачками убивает всех остальных. Так вот, получается, что те, кого убивают, жертвы, это не жители ее города. Конечно. А вот бандиты, которые убивают, это жители ее города, Сережа, потому что федералы должны с ними бороться. Потому что это элементарно. Ты знаешь, я вот клянусь тебе, я вчера, когда услышал это сообщение, 11 человек просто взяли, 14 человек, положили, слава богу, пока еще вроде бы никто из них не умер, но лежат по больницам, да? Вот у меня тут же такая мысль закралась в голову. А ты знаешь, почему ей абсолютно пофиг, что происходит вот в районах Инглвуд, Литл Виллидж, Норт Лондейл? Почему? Вот почему ей абсолютно пофиг? Потому что это люди, которые не голосуют. Это вот эта часть населения тех районов, которым настолько все
пофиг, кто будет хозяином города, потому что они понимают, для них оно по-любому лучше не будет. У них есть свои хозяева. У них есть свои хозяева, абсолютно. Давай попробуем принять звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа, еще раз Анатолий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот что самое дорогое, какой товар самый дорогой в мире, на чем можно сделать легко из ничего миллионы долларов? Из ничего? Да, из ничего практически можно сделать миллионы долларов. Ну, я бы назвал сначала, в первую очередь, оружие. А во-вторых, это нет, политика. Нет, оружие надо создавать, надо рабочих и так далее. Я имею в виду о книгах о Трампе. Вот вслед за Коми, вот Болтон и, этот, и так далее и тому подобное. Нет. И Трамп, это, она создала тоже книгу. Вот сейчас. То есть речь идет о племяннице. Значит, давай о племяннице, давайте поговорим так, реально. Если вы хотите действительно поговорить, реально. Вы действительно считаете, что племянница написала книгу? Так, честно. Вы интервью... Ну, имеет значение, ей заплатили, она заплатила. Не-не-не, вот давайте говорить, вот поэтому я сказал, давайте говорить реально. Вы считаете, что нашелся миллион человек, которые за неделю раскупили ее книгу, честно? Нет, конечно. Вот и все. Равно. Вот вам ответ на ваш вопрос. Очень легко... А вот мой вот еще один вопрос, у меня, конечно, извините, Анатолий. Да. Вот эти книги, вроде бы они должны были разоблачить. К чему они привели? Вроде бы и все прошло, и про Коми, и про Болтона, и племянница тоже заглохла, и вот теперь уже Коин вышел на старт своей книги. Угу. К чему они привели? Я не слышу, чтобы какие-то там громкие разоблачения были. Они ни к чему не привели. Значит, племянница, давай, так, чтобы долго не размазывать, значит, племянница абсолютно элементарно. Ей заплатили за ее имя, потому что больше она ни на что не способна. Если вы слышали ее интервью, это абсолютно отсталый человек, который два слова вместе свести не может в одно предложение. Поэтому абсолютно точно, что это не она написала книгу, это раз. А во-вторых, абсолютно точно, что эту книгу раскупила Демократическая партия для того, чтобы создать вот этот ажиотаж. За неделю раскупить миллион абсолютного дерьма, прошу прощения, это глупости. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Вы знаете, когда вот эта вся ужасная вакханалия началась, то американские либералы, они указывали на превращение правоохранительных органов США как на привилегированный класс. То есть они несут никакой ответственности и так далее. И я хотела бы обратить внимание, что вот этот вот штат Миннеаполис, он считается одним из самых, в кавычках, прогрессивных городов демократии, которые, я проверила, десятилетиями руководят мэры-демократы, имеющие, как по уставу города, полную власть, замеченную полицейским управлением. В городском совете там также всегда преобладали демократы. То есть они два года назад выбрали вот эту вот сомалийскую, шахидскую. И штат Миннесота управляется губернаторами-демократами. Так вот, тот факт, что вот этот отвратительный эпизод полицейской жестокости происходит именно здесь. Вот о чем говорит, что в Миннеаполисе и ему подобных синих городах происходит много всего, что не соответствует вот этому вот либеральному, как я могу сказать, дискурсу. Вот как вы это вот, прокомментируете? Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Want to take this one? Окей. Значит, я вам скажу так. Я в штат Миннесоту и города Миннеаполис и Сент-Пол обожаю еще с 1984 года. В свое время в городе Сент-Пол была компания, которая называлась Control Data Corporation. Я устанавливал и ремонтировал компьютеры вот этой компании. То есть, живя в Чикаго, я летал 4 дня в неделю, Миннесота, в смысле, Миннеаполис, Чикаго, Миннеаполис, Чикаго. Эти два города, этот штат, были, неважно, при всем при том, что ими руководили демократы, это были классные, замечательные, красивые, во-первых, обалденные города.
во-вторых, природа, в-третьих, никогда не чувствовалась вот эта леворадикальная ерунда, которая происходит сегодня. Но вот с тех пор, как дорогой президент Обама заселил туда чертову, простите, я не расист, я просто говорю так, как это есть. Вот с тех пор, как туда заселили всех тех, которых не хотел принимать ни один другой штат, и вы прекрасно знаете, о ком я говорю, вот с тех пор этот штат превратился в абсолютное какое-то непонятное отстой вместе с их представителем Ильхан Омар. Вот что я могу прокомментировать про этот штат. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Екатерина Затворская. Да, здравствуйте. У меня вопрос. А вы что-нибудь знаете, что вообще происходит или произошло в Хьюстоне там с этим китайским посольством или консульством? Давай, хорошо, да, давайте. Хороший вопрос. Спасибо, Ирис. Значит, насколько я понимаю, в Хьюстоне Министерство иностранных дел Помпея сказал, дал приказ, значит, посольству закрыть. И вчера там во дворе китайские послы, не посольство, а консульство. Консульство. То есть консульские работники начали сжечь секретную документацию. Кто-то вызвал полицию. Полиция. Они думали, что там пожар в консульстве. Да, вызвали полицию, думали, что пожар, и они во дворе там устроили такой вот... Ну, помните вот эти картинки, наверное, когда нацисты сжигали книги, такие костры большие были. Вот это выглядело примерно так. Да. А секретную документацию... Чем это обосновано? Тем, что китаец занимается шпионажем, а Китай ворует интеллектуальную собственность, Китай пытается хакнуть и украсть разработки по вакцине, в частности. В общем, Китай активничает на нашем рынке. Мало того, что они занимаются вот такой деятельностью, Китай подмял под себя практически все университеты, купив с потрохами администрацию, ученых, которых периодически арестовывают, студенты, которые учатся и воруют разработки, которых тоже арестовывают. Выступил министр иностранных дел Китая, сказал, что это невозможно, как это можно, арестовывают студентов, у них изымают электронное оборудование, да потому что воруют. Правильно говорит Трамп, надо ограничить въезд, потому что это люди, которые приезжают не просто учиться, а люди, которые приезжают воровать наши научные разработки. И Китай представляет реальную угрозу. И тут же быстренько Менендес устроил слушание в Сенате, вызвали заместителя министра иностранных дел и начали. Вот президент Трамп, вот они то, вот они не то, не это, не все. Не может в открытую сказать, что, мол, дескать, отстаньте от Китая. Китай — это наши друзья и союзники в борьбе против Трампа. Ну, они начинают, знаешь, оговорками, окивоками всякими, так сказать, на Трампа лить, дескать, что вы творите. Ну, Митт Ромни тоже выступил. Для тех, кому тема России ближе и легче понять, вот представьте себе на секундочку город Королев, в котором половина города вдруг заселена китайцами, которые вторглись во все отрасли, в университет, в лабораторию, в НИИ, в КБ, конструкторское бюро и так далее. Вот представьте себе на секундочку вот такую ситуацию. И как вы думаете, что бы сделало советское правительство с этими китайцами? Так, на секундочку, да? Но американцы, они более такие мягкие люди, они сказали: ребята, валите отсюда, потому что у нас тут хай-тек, у нас тут ракетостроение, у нас тут конструкторские бюро, у нас тут хай-тек фирмы, и ваше присутствие здесь абсолютно не нужно. Вот что произошло в Хьюстоне. Вот и мне, я когда немножко кусочек послушал этого выступления Менендеса, который, так сказать, вот администрация это не сделала, то не сделала, мне... Я написал ему: Менендес, а где ты был последние 10 лет, когда Обама с Байденом продавали все, что можно продать, все интересы, все секреты нашей страны? Где же ты был? А, вспомнил, ты же с проститутками на юга ездил. Занят был проститутками малолетними, твой там подельник этот, подает рестриктон. Да. Оплачивал твои поездки с проститутками. Вот чем ты был занят, сенатор Менендес. Который еле-еле ушел от правосудия, и то только потому, что вдруг
решили, не, топить его еще рано. Рано, да. Вот и все. А должен был сидеть в тюрьме. А теперь он, король отрабатывает, нет, он отрабатывает свои прогрессивки. И вот с и высоты все. Такого сенатского кресла, да. Он задает неудобно. Он даже не вопросы задавал, он речь толкал, mm-hmm. обличающую речь. Ну, они же все толкают. Для вау. Них конгресс, вернее, сенат или платформа конгресса, это же чисто, вот, как ты говоришь, фотоап. Да. Ему нужно показать себя со своей речью. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Это опять я. Да. Я просто где-то в новостях промелькнула, что вроде бы, кроме того, что они уже известные, как бы вот эти обвинения, что они нашу интеллектуальную собственность воруют, китайцы, я имею в виду, промелькнула где-то, вот я не очень это поняла, что обвинение еще плюс к тому, почему закрыли посольство, что нашли какие-то evidence, что они поддерживают вот эти вот расовые выступления здесь, у нас, в Америке. Нет. Поэтому... Это я не знаю, если честно, я не слышал этого, честно. Я просто думала, может, да, что-то нет, знаете. Они... Спасибо. Спасибо большое за ваш звонок. У них своих проблем. Вот смотри, вот тут нас с тобой обозвали. Это два дурака, пишет некто Игорь Фролов, который работает якобы на Китай, ну, там, вот, судя по переписке в Ютьюбе. Значит, это два дурака, Китай не против Трампа, а за него. Чё они несут, это же ересь. Значит, друг мой Фролов Игорь, который работает якобы на китайскую военную промышленность. Ну, скорее всего, ты просто обычный тролл. Конечно, бот. Самый настоящий бот. Окей. Значит, скажи мне, вот на протяжении десятилетий о том, о чем говорит Трамп, Китай, по сути дела, грабил Америку. В свое время Никсон, ну, по простоте душевной, он действительно рассчитывал, что если мы возьмем Китай, приблизим, введем Всемирную торговую организацию, то начнет развиваться экономика, и Китай как-то изменится. Ничего подобного. Китай не изменился, это была ошибка Никсона, но он искренне верил в это. А все, что происходило последние десятилетия, это политики продажные зарабатывали деньги, корпорации, которые, так сказать, не брезгуют ничем, готовы продать мать родную, чтобы заработать пару лишних миллионов. И поэтому уничтожили всю промышленность здесь. То есть политики создавали условия для корпораций, корпорации лоббировали политику, то есть корпорации покупали политиков, политики издавали законы, так сказать, убивали промышленность здесь, корпорации вывозили весь бизнес в Китай. И на сегодняшний день мы оказались, вот, ну, то есть нам осталось, мы все должны быть аккаунтами, программистами, брокерами. И больше ни хрена. Ну, еще рестораны, магазины и прочее. Продавать китайскую дребедень. Вот все, с чем мы остались. А когда коснулось, оказывается, у нас лекарств нет. Мало того, у нас стали нет, чтобы мы затеяли строить огромный, колоссальный там авианосец, который должен был находиться там на расстоянии 500 миль от Китая, потому что Китай наш основной соперник. А у нас стали нет, чтобы построить этот авианосец. И мы должны стоять в очередь, чтобы купить у Китая сталь для авианосца, который направлен против Китая. Так что, дорогой Игорь Фролов, единственный человек, который встал на пути этого, это президент Трамп. И как ты думаешь, умник хренов, Китай счастлив по этому поводу? Китай заставили сесть за стол переговоров, подняли им тарифы и так далее. Ты думаешь, Китай по этому поводу счастлив? И то, что Трамп называет вещи своими именами, называет вирус, который Китай распространил по всему миру, китайским вирусом, а они возмущаются по этому поводу. Ты думаешь, они счастливы по этому поводу? Они счастливы, когда Байден поехал в Китай и за 1,5 миллиарда продал интересы Америки. Вот в чем счастье Китая. А Трамп как бы вот совсем другую политику ведет. Так что, умник, ты или просто пытаешься троллить, или ты идиот полный, я не знаю. Но это уже, так сказать, не мне судить, это твоя проблема. Добрый день. Добрый день. Я не знаю, по теме, не по теме, я скажу, я только вошла в дом. Но я вам хочу сказать, ребята, мое мнение... что первое, кто, не только демократы, а первое, Китай устроил всю эту катавасию с пандемией, потому что они боятся Трампа.
А второе, что я хочу сказать, я сегодня получила предложение голосовать по почте. Я живу в Чикаго. Конечно. Я пойду обязательно воочию голосовать. Я не собираюсь им слать по почте, чтобы они мой бюллетень переделывали так, как они хотят. Но вот я вам говорю, вот они уже чем занимаются. Конечно. Спасибо вам большое. И была бы большая просьба к вам. Ребята, расскажите, как голосовать вообще, как выглядит весь этот процесс. Окей. Спасибо. Обязательно, да, обязательно расскажу. Спасибо. Ну, давай примем еще один звонок. И добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, наш многоуважаемый, в кавычках, Мэдигин скоро сядет? Ой, очень хочется верить. Хорошая тема. Ну, давай быстренько, потому что как бы... Ну, быстренько не получится, но вкратце. Я думаю, что он кому-то уже очень серьезно надоел. И, скорее всего, надоел он именно Притцкеру. То есть, ну, так оно выглядит с этой стороны. Но... Потому что 50 лет воровал, сидел, воровал, и тут вдруг раз на тебе. Если его не посадил в свое время Дейли, я имею в виду Ричард Дейли, сын, то там... То, что там Притцкер замешан на 300%, мало этого. Притцкер его уже сейчас в открытую сливает. Если вы проследите за новостями, Притцкер первый, который, если еще Лайтфуд сказала, ну, еще неизвестно, надо расследовать и так далее, потому что она осторожничает, то Притцкер абсолютно спокойно сказал, если он виноват, ему нужно резайн. Все. Хотя несколько недель назад, он, так сказать, тон был несколько иной. Хотя естественно. Он... Так, еще один звонок, похоже. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Очень коротко. В штате Массачусетс я уже получил предложение голосовать по почте. Угу. Да? Вот да, так. Ну, Майк, если спасибо. Будет возможность голосовать воочию, пожалуй. Я понимаю, нет, что особенно... Нет, я воочию. Молодец, воочию. Юр, спасибо, потому что оно небольшое будет разницу иметь Массачусетс, но, тем не менее, просто чтобы ваш голос не пропал, голосуйте воочию. Обидно будет, если ваш голос уйдет к Джо Байдену. Конечно. А скорее всего так и получится. Ну да. Скоро вернемся, никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Вот интересно, Владимир Дашевский на YouTube пишет. Страна, которой 200 лет, никогда не просчитает страну, которой 20 тысяч лет. И это истинная правда. Я не помню, кто-то спросил у Дэн Сяопина, как вы относитесь к французской революции, на что тот ответил. И парафраз, я не помню дословно, но, дескать, время покажет. Mm-hmm. То есть после там 100 лет прошедших со дня французской революции, Дэн Сяопин говорит, время покажет, еще рано судить о том, что произошло совсем конечно, недавно. Конечно. То есть у них другие мерки, они по-другому подходят. И наши бизнесы, наши корпорации, наши политики выглядят на их фоне как временщики, которые вот сейчас нахватать. Абсолютно, так и оно все, и есть. И все. И это мне напоминает, я уже с кем-то разговаривал, говорю, мне это напоминает ситуацию Советского Союза 90-х годов, когда вот началась сломка, когда Союз начал распадаться, и все менеджеры, там, директора красные, все занимались тем, что пытались хапнуть, урвать сейчас, сегодня, потому что они понимали, что и так же и эти корпорации действуют абсолютно точно так же. Не задумываясь... Ты знаешь, ты вот сейчас, клянусь тебе, ты сейчас... заговорил вот этих понятиях временных и так далее, вот у меня создалось такое впечатление, следя за тем, что происходит в России, следя за тем, что происходит в Китае и за тем, что происходит в Америке, вот чем больше я смотрю, тем больше я понимаю, что демократия с авторитарным режимом не может бороться. Просто не может. Потому что пока мы соберем всех, как говорится, голодранцы, гей до купы, и пока мы все станем на одну, как говорится, ногу, и пока мы все соберемся за что-то проголосовать за или против, будет поздно. Уже все давно будет сделано, проделано и забыто. Не может. Вот
Чем дальше мы идем, тем больше я понимаю, ни в коем случае демократия не может бороться с авторитарными режимами. Как это дальше будет, не знаю. Мы даже с внутренними врагами, люди, которые откровенно выступают против нашей страны, не имеем механизмов, потому что это демократия, потому что те люди, которые ненавидят эту страну, ненавидят флаг нашей страны, ненавидят конституцию нашей страны, ненавидят гимн нашей страны, мы им ничего не можем сказать. Первая поправка, они сразу ссылаются на первую поправку. Конечно. Все. Конечно. Потому что, знаешь, по-нормальному в России уже бы давно поставили где-нибудь на высотке пулемет и положили бы 2-3 десятка. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, уважаемый Анатолий и уважаемый Сергей. Это Марк из Рид-Айленда. Здравствуйте, Марк. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вчера, наконец-то, я увидел обратно Такер Карлсон. Он хит-шоу. Да. Это хороший сайт. Может, вы что-то знаете? Что там было и чем там все кончилось с ним? Угу. Ну, я вас послушаю на радио. Большое вам спасибо. То, что его вернули, с одной стороны, это хороший сайт, с другой стороны, оно по-другому быть не могло, потому что после Шан Хеннеди, это второй человек, который зарабатывает им сумасшедшие деньги. А с чего это все началось? Началось все с того, что один из корреспондентов, так называемых журналистов Нью-Йорк Таймс, если вы помните, во время, вот буквально где-то года 2 тому назад, 2-3 тому назад, когда начали выгонять из ресторанов, преследовать всех сторонников Трампа и так далее, Такер Карлсону, когда он был на работе, подошла куча вот этих вот дебилов криминальных и попытались... Он с дочкой был где-то, и они там... Нет, он был на работе, а жена была дома с дочкой, она забилась в клазет, из клазета звонила в 911, Но все это свелось к тому, что просто вот эти демократы, типа Максин Уотерс, типа, они выдали его адрес, то есть его дома, его домашний адрес. После этого, хотите верьте, хотите нет, ему пришлось переехать, хотя в этом доме родились его дети, они ходили в школу, но его спокойная жизнь закончилась, и им пришлось с женой, с детьми переехать. И вот этот подонок, который работает на New York Times, он выдал в общее пользование новый адрес Такера Карлсона, и опять пошла вот эта вот травля и угрозы постоянные. Причем жизни. Накануне, когда Карлсон узнал об этом, он связался с Нью-Йорк Таймс, и ему ответили, это просто типичная журналистика, чего там, когда готовился этот материал. Да, да. В общем, подонки, я еще раз говорю, демократы не остановятся ни перед каким преступлением, ни перед какой подлостью ради достижения власти. Все. Перед. Да, кстати, что касается Fox News, новый вице-президент Fox News, Дэнни О'Брайен, бывший chief of staff, кого вы думаете? Правильно, Джо Байдена. Да. Вот вам и Fox News. Кстати, так, насчет Fox News, я готов был его расцеловать прямо вот в челюсти. Есть такой человек, его зовут Кен Мэтьюс. Это человек, который сегодня замещает Раш Лимбо, так как тот по состоянию здоровья не может выйти. Так вот, Кен Мэтьюс сегодня прошелся просто катком асфальтным по Карл Ров. Если вы помните, я уже года 2 тому назад начал говорить о том, что Карл Ров — это абсолютное ничтожество, которое... он просто ничтожество. Его тянут, я не знаю, что там за связи, но его тянут, его толкают, проталкивают. И вот 2 года я об этом говорю, что зачем Fox News нужен вот этот негодяй? Нет, устроили на работу. Теперь, оказывается, Карл Ров, чтобы вы вспомнили, во время выборов, когда участвовал Митт Ромни против Обамы, Карл Ров орал за Митт Ромни, и Митт Ромни проиграл.
После этого, это был 12-й год. После этого, в 16-м году, Карл Ров орал за деда Буша. Вообще просто тянул мазу Буша, потому что в свое время он был chief of staff. Буш старший. Не сам чиф, но помощник, да. Заместитель, да, начальника канцелярии. Да. Anyway, он тянул мазу за деда Буша. Опять же, оказался неправ. Все. И что обычно с такими людьми что делают? Списывают без выходного пособия. Нет. Ему повысили зарплату и взяли на работу Fox News. Вот вам, кто сегодня работает на Fox News. Теперь немножко про ковид. Фаучи сказал, что, ну, практически сказал, что Куомо герой, и он действовал вообще здорово, потрясающе, и с него нужно брать пример. Ну, это я так немножко утрирую, но смысл сказанного примерно так. Короткая статистика, сравнение двух штатов. Флорида и Нью-Йорк. Значит, во Флориде живет 22 миллиона человек, в Нью-Йорке живет 19,5 миллионов человек. Во Флориде income tax zero, в Нью-Йорке 8%. Во Флориде бюджет сбалансированный, в Нью-Йорке, как ты понимаешь, дефицит бюджета, дыра. COVID-19 во Флориде 42 тысячи кейсов, в Нью-Йорке 338 тысяч кейсов. COVID-19, значит, смертей во Флориде 1827, в Нью-Йорке 27 тысяч. Ну, это на какое-то число. И при этом Куомо-герой, блин. Куомо-герой, который, да, который обалденный хозяйственник, который знает четко, как следовать советам ученых, и который придерживается четкой доктрины вот этого института здоровья, который, то есть доктора Фаучи. Который, по распоряжению которого, вопреки гайденс, который выпустили федералы, отдал распоряжение, что пожилые люди, которые находились в нерсинг-хомах, потом их привезли в госпиталь, протестировали, обнаружили у них ковид, и нерсинг-хом не может отказаться принять назад этого человека, который заражен. И таким образом он угробил там тысячи пожилых людей. И при этом он говорит, ну это Трамп виноват, потому что он нам не сказал, что вирус идет из Европы, а не из Китая. Вот так. И еще одна статистика интересная. В связи с тем, что закрывают опять малые предприятия, в каких-то случаях полностью закрывают, я имею в виду бары, рестораны и так далее. В каких-то случаях, так скажем, бургер можно в ресторане получить, а вот выпить рюмку нельзя. То есть вот как бы ты съел бургер, ты нормально, а рюмку выпил — сразу COVID-19. Это же бред какой-то. Еще одна статистика. В Walmart работает, в системе Walmart работает 1,5 миллиона человек, в Амазоне 750 тысяч, а в Кроггер 500 тысяч, Таргет 350 тысяч, Костко 254 тысячи. Итого 3 миллиона 354 тысячи человек работает, которые каждый день встречают тысячи и тысячи и тысячи людей. Сотни тысяч людей. Ежедневно. И как бы нет такого числа зараженных, там, чтобы эпидемия была. Нет, все нормально. А вот если ты пошел в местный магазин или бар, все, пипец, обязательно. Ну, да. То есть поэтому местные малые бизнесы нужно все закрыть, чтобы избежать заражения вируса. То есть абсурд. Вот тут вышло на конец недели, я сам не видел, но якобы это с веб-сайта, на конец недели, данные CDC с веб-сайта. Mm-hmm. Надо будет проверить. Ну, еще раз. Значит, на конец недели, ну, то есть за период там со 2 января по 18 июля. Mm-hmm. Июля. Mm-hmm. Смертей от всех причин там 1 466 723. Смерть от пневмонии с COVID-19 или без нее, исключая смерти от гриппа. 138 829, смертность от COVID-19 и пневмонии, исключая грипп, 56 231. Все смерти, связанные с гриппом, с или без COVID, или пневмонии, включая COVID или пневмонию, 6553. Объяснение. С момента официального начала подсчета, это объяснение идет на сайте, смертей COVID, число которое медиа нас кормило, составляет 130 250 человек. То есть
все эти смерти с учетом ковид, просто когда-то кто-то умирает, независимо от причины смерти, положительного теста или просто предположение, он учитывался как смерть от COVID-19. Mm-hmm. И еще там интересная деталь. После того, как Трамп потребовал, чтобы данные передавались в Министерство здравоохранения вместо CDC, сразу там ошибочки стали вскрываться. Вместо 90 тысяч человек, оказывается, вместо 90 тысяч кейсов во Флориде, в частности, 98%. Всего 11 тысяч кейсов и так далее. В общем, у меня такое впечатление, что мы живем в дурдоме, и все, что происходит вокруг, ну, я об этом всегда говорил, все, что происходит вокруг, это исключительно политика. Никому верить нельзя, ни этим, ни этим. Даже доктор Биркс. Mm-hmm. Биркс ее фамилия, правильно? Биркс. Дебора Биркс. Да. Сказала, что я не могу поверить никаким данным, которые выходят из CDC. Даже доктор Биркс, вы видели ее, это такая статная женщина в возрасте, которая с доктором Фаучи все время там во время пресс-конференции стояла. Так вот, она заявила о том, что не может поверить ни в какую информацию, которая выходит из CDC. Это при том, скажи мне, объясни ситуацию. Слушайте ученых, слушайте ученых. Уже 4 месяца нам нас требуют слушать ученых. Теперь ученые сказали со всего мира, со всей Америки: откройте школы, ничего страшного в этом не будет. А они до задницы ученые, они ничего не знают. Да. Мы знаем, кто может открыть, кто не может, а что лучше для детей. Я бы в первую очередь разогнал профсоюз учителей. О! Это такая мерзкая коммунистическая организация. Это такие враги этой страны, профсоюз учителей. Почему дети выходят дебилами из университетов, из школ? Потому что системой образования управляет никто. Ни местные власти, ни так сказать, родители. Не-не-не. Профсоюз учителей – это та контора, которая заправляет всем образованием у нас. И они настаивают на том, что... Да посмотри, какие они выдвинули условия. Мы откроем школы только в том случае, если вы дефинансируете полицию и что-то там еще какое-то было совершенно дикое совершенно условие. В общем, враги сволочи, враги детей. Школы не открывают по одной простой причине. Потому что, не дай бог, откроют школы, родители пойдут работать, экономика пойдет вверх. Конечно. Все. Вот это единственная причина, по которой они не открывают школы. Она, Лора Ингрэм, был из Йель, из медицинской школы, профессор. Mm-hmm. Говорил интересные вещи, что если бы эти проститутки из медиа и эти фашисты-демократы не атаковали вот этот хлорохин, Hydroxychloroquine, то мы спасли бы жизни 80 или 50 или 100 тысяч человек. Но только потому, что Трамп сказал, что нужно применять это лекарство. Причем он же сказал не просто так. Он же не высосал это из пальца. Он же сам себя выписал. Это его. Люди какие-то, доктор, пришли доктора, врачи, разговаривали с ним, сказали, как оно работает, что получается. И он об этом сказал все. Все проститутки, средства массовой информации, ценой жизни сотни тысяч американцев, но лишь бы не дать Трампу хоть такую мизерную победу моральную. Нет. Угробят людей, но не позволят. Так вот, они долбили, что это безопасно. И вот Нил Кавута, это была моя последняя капля, когда я хоть как-то его воспринимал, но когда он выступил и сказал, это безответственно, такое лекарство, которое опасно, от которого умирают. 50 лет люди пичкают, лечатся этим лекарством от болезни, не умирают, а тут вот, потому что тоже из той же когорты леворадикального отребья, медиа давит и так далее. То есть усилиями средств массовой информации и усилиями демократов мы имеем дополнительно до 100 тысяч смертей в нашей стране. Вот результат. Ну, то есть, Сереж, выступали два врача у прошу прощения, у этой у Ингрэм, которые сказали четко и ясно, что мы выписываем эти hydroxychloroquine уже на протяжении 30 лет, ну, они выписывают. Доказано, никаких проблем, ничего страшного, все сейф, все нормально. Оно работает, это лекарство, особенно если его вовремя начать принимать,
30% укорачивает срок этого вируса. Выздоровление, да. Выздоровление, да? Теперь, они же четко сказали, ребята, нам поступают угрозы, как врачам, от American Medical Association, послушай, от CDC. Губернаторы издавали исполнительные указы, запрещающие выписывать врачам это лекарство. Представляешь? Убийцы. Ваши демократические губернаторы, те, кто за них голосовал, а это убийцы. Вы голосовали за убийц. И продолжают Герой Куома. Убийца. На его руках смерть 6000 стариков, живших в Нью-Йорке. На руках остальных губернаторов, кто издавал указы, запрещающие применение этого лекарства, это убийцы. На их руках сотня тысяч смертей американцев. Дальше, я просто дальше не знаю, как люди могут с этим жить. Очень просто. Для этого нужно быть политиком, чтобы понять, как с этим можно жить. Спасибо огромное всем, друзья мои. Спасибо. Все будет хорошо. Все Абсолютно. Будет хорошо. Америка выстоит. Трамп победит в этих выборах, несмотря на все усилия, на все попытки сфальсифицировать выборы, на эту, так сказать, выборы по почте, отмена ID при голосовании, какие бы ухищрения ни были, все-таки американцы, я думаю, во всяком случае, те, кто пойдут голосовать, массе, они нормальные люди. Нормальные люди, да, и все вернется на круги своя. И мы наведем, во всяком случае, мы отодвинем катастрофу, которая может быть неизбежно в случае, если к власти придут фашисты, которых сегодня представляет Джозеф Байден. Спасибо, друзья. Всем всего хорошего.